Добрый день, друзья! Меня зовут Семен Кибала, и вы слушаете подкаст «Деловая библиотека». В сегодняшнем вступительном эпизоде я расскажу о себе и про то, почему я решил создать эту аудиопередачу. Я предприниматель из Санкт-Петербурга. Некоторые из вас меня могут знать по проекту Unifashion, который я основал в 2011 году. Это производство толстовок и футболок и нанесение принтов университетов. Так было некогда, сейчас у нас уже свое производство, студия печати, и крупные компании могут печатать себе качественную одежду с своими логотипами. Также у меня есть проект Silent Eve, это вечеринки в наушниках. Я сдаю в аренду и продаю оборудование для мероприятий, где есть ограничения по звуку. Скажем, если вам нужно в рамках огромного шумного фестиваля провести какую-то свою презентацию, чтобы вам не мешал внешний звук, то Silent Eve вам как раз поможет. Ну и в обратном случае, если какая-то конференция или вечеринка, которая достаточно громкая должна быть, можно всех одеть в наушники и транслировать звук только в них, тогда вы никому не будете мешать. Вот такой интересный проект. Также у меня есть своя веб-студия, она называется Make My Brand, и блог «Охотник за идеями», в котором я рассказываю про свои путешествия. Я был уже больше, чем в 40 странах мира. Ездил в США, Австралию и Японию на деньги спонсоров. Также об этом рассказываю. Изначально он зародился в 2013 году, и я рассказывал про бизнес-идеи из Америки. Сейчас это уже блог о саморазвитии и бизнес-инсайтах. Узнать больше о моих бизнес-проектах вы можете на моем личном сайте simonkibala.com. Ссылка в описании. Также я достаточно много в блоге публикую рецензии на различные бизнес-книги, книги по саморазвитию, которые мне предоставляет издательство. В связи с этим у меня накопилась достаточно большая библиотека, и, конечно же, для того, чтобы закреплять знания, нужно не просто читать, нужно еще и их применять и рассказывать о них другим людям. Поэтому с вашим обучением также будет происходить и мое совершенствование. Сейчас в моей библиотеке больше 150 современных книг, которые очень интересные, которые так или иначе я читал. И вот в передаче «Деловая библиотека» я бы хотел делиться самыми интересными и важными идеями, которые я почерпнул из этих книг. Почему именно аудиоформат? Конечно же, из-за простоты. То есть в моем довольно-таки диком ритме жизни с ведением бизнеса и постоянными путешествиями не всегда получается выкроить время для того, чтобы снять видео, хотя у меня была попытка ведения видеоблога, который так и называется «Деловая библиотека». Вышло 3 выпуска, которые достаточно здорово были восприняты подписчиками моего блога. Вы их до сих пор можете найти по ключевому слову «деловая библиотека» в YouTube. Вот. Но, конечно же, выпускать видеоблог – это огромная работа. И то время, которое я на нее потратил, собственно, не совсем, так сказать, окупается тем вниманием и различными другими штуками. А аудиоформат гораздо проще в исполнении. Ну и, конечно же, он также разумен, потому что в книгах нет картинок, по сути, есть информация. И эту информацию очень удобно передавать в аудиоформате. Вам не нужно читать скучные длинные книги. Вы можете просто ехать в метро, ехать в машине, слушать мой прекрасный голос и узнавать много чего нового. Как это будет происходить? В каждом выпуске я буду открывать какую-то тему. Продажи, публичные выступления, маркетинг и то, что может пригодиться каждому, или, в конце концов, влияние на других людей, как обрести уверенность, мотивацию, все это есть в книгах, и огромное количество примеров людей, которые уже добились немалых высот, и они также делятся своим опытом. Конечно же, это все позволяет и нам совершенствоваться, и если вы хоть немного почерпнете из моего аудиоподкаста, то, конечно же, и я буду очень рад это слышать, это чувствовать. Так что не стесняйтесь, можете писать мне напрямую ваши отзывы по поводу формата и тем, которые вам интересно было бы осветить в этой передаче.
По поводу формата, я планирую выпускать передачи один раз в две недели. Начнем с этого. В дальнейшем, может быть, сделаем почаще. Посмотрим, насколько будет хватать времени и сил. Передача будет длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от сложности темы и от того, сколько можно много всего интересного сказать на этот счет. Также в будущем я планирую записывать передачи с гостями, интересными людьми, которые пишут книги, которые делают какие-то великие компании и просто крутые штуки. Ну и, конечно же, не обойтись без розыгрышей. У меня есть книги «Повторки», которые я с удовольствием вам раздам абсолютно на безвозмездной основе, если вы будете рассказывать о моем блоге. Это будет не в самых первых передачах, поэтому следите, подписывайтесь и, конечно же, оставляйте комментарии, чтобы вы не просто ждали того момента, когда я буду разыгрывать книжку самую классную, а чтобы наше с вами времяпрепровождение было максимально полезно. Сайт деловой библиотеки называется dbcast.ru. На нем вы можете подписаться на новостную рассылку. Я буду уведомлять вас о новых подкастах. Ну и, конечно, выбрать наиболее удобный способ прослушивания подкастов. Если у вас, скажем, iPhone, то вы можете найти мой подкаст в приложении iTunes. Подкасты, оно так и называется, в iTunes подкасты. Для Android также есть ссылочка, можете скачать специальную программку и там найти аудиопередачу «Деловая библиотека» по этим ключевым словам. Вот, собственно, то, что я хотел сегодня сказать в первом выпуске. Спасибо, что дослушали до конца. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на подкаст. Вы узнаете, обещаю, узнаете очень много всего интересного. До встречи в эфире. Пока!